Здорово, парни. В этом ролике рассмотрим вот такую сборку на АКМ. Так сказать, оружие для новичка. АКМов везде полно. Продаются они на втором уровне прапора, если мне не изменяет память. В принципе, спавнится у ботов и повсюду в разных комнатах, где спавнится оружие. Сборка стоит 20 тысяч. Можно, конечно, поставить ручку РК-3 и прочие прибамбасы, типа коллиматора. Я не стал заморачиваться, использовал так. Имеет 80 отдачи на примерно 40 эргономики, но в целом неплохо. Само собой, я использовал боеприпас БП, потому что люди уже более-менее раскачались, и стрелять ПС-ками нет никакого смысла. Предлагаю вам, если вы новичок, тоже не экономить на патронах, брать хотя бы пару магазинов БП-шек. БП-шки можно купить на барахолке, или, не знаю, спавнятся они или нет, я лично не встречал, по-моему, только ПС-ки. Короче говоря, сборка неплохая, тем более для такой карты, как таможня, где ближние и средние дистанции. Что из этого получилось, собственно, увидите в ролике. Приятного просмотра. Это только на мутанте? Не-не-не, не только. У меня. У меня только на мутанте. Я бегал с РПК, на стриме то же самое было. Не, у меня пока... Я с РПК бегал не было, а вот с мутантом... Только с мутантом. Перед нами на этом, на антенне, по-моему. Да-да-да-да, на Урале. Два. Не умер. Дал хае. Слева, слева захожу. Это тут такие не было. Минус один. Второй тоже. Мне еще целый. Минус еще. Я... Слева, слева, слева. Я не вижу его. Он у забора, вижу. Справа. Вижу. Блядь, поживи. Минус. Хорошо. Вот я сейчас чуть не умер опять из-за этого странного поднятия второго. А зачем его исправлять? Я кинул гранату, и он, сука, дважды ее поднял. Мне на меня типа. Да, да, я понимаю. Нормально я смотрюсь в этой маске в шлеме, бля. Ну-ка, посмотри на меня. Кстати, вообще нормально, как будто тут и было. Сделай скрин, я посмотрю потом нормально. Что там за психи, бля? Ты хая? Нет. Там хае на третий. Стекло где-то разбил. Вылез на улицу. Уверен? Вроде как да. Ты же, ты прыгал? Да. Граната! Крутится на месте кто? Не я. Ты где, скажи, Миша, я понимал. Я на первом. Я на первом на лестнице. Он где-то вот здесь, где-то в этой области, куда я смотрю. Либо выше этажом. Сейчас. Погнали. Комната с сейфом, возможно. Я сейчас пробегу вперед в комнату. Давай. А, есть пристрои тоже. Пристрои ходят. Труп, труп на три, на вот лежит. Да-да. Пристрои есть, 100%. Кухня. Убил этого. Убил его. Кто-то здесь крутится. Ты? Да-да-да. Эзим! Я тебе дверь за спиной закрылась, я думал, все, габелло. Нет, я ее открыл специально, чтобы она мешала просмотру. Понял. Я хиляюсь. Или это была твоя граната, кстати? Кстати, возможно.
Тип тут. Так, я каску одел зелененько. Ты где? Пристроюсь, сижу, где-то труп убивал. У меня фонарик тут был только что, я думал ты. На третьем, кажется, есть. Вот с той стороны, на третьем. Где она? Гранта. Ты на третьем или на первом? Я на первом. Он на третьем. Могу дать хае там. Да? Не-не, я играю. Понял, ладно. Ты? Кинул, да? А, он метит. По-моему, тут тоже кто-то должен быть у нас, с нашей стороны. Могу дать грену вдаль. Подожди. Бежит. Нет, не бежит. Где там играет? Он на крыше, по-моему, уже играет. А, да. Слева, туалет. Только что выходил. Давай я... Граната. Граната. Я спрыгнул. Нормально же. Возвращаюсь. Жив? Да. Поднимаюсь обратно. Это ты, надеюсь? Да. У меня еще две грены. Давай я займусь туалетом. Давай. Ну, надо как-то, чтобы ты того взял, типа. Дам туда грену тебе, в твою сторону. Давай. Ушла? Да, все, бери коридор. Убил своего? Убил этого. Убил еще одного. Хорошо. Ты убил своего? Да. Это тут просто, конечно. Ты шифтуешь? Да, я полушу, конечно. Ага. Ну все получается. Хинг-Конг. Хинг-Конг? Ага. У меня на крыше двое сидели, я запрыгнул, как обычно мы делаем. Но. Меня встретил один, а там за дверкой тебе еще один сидит, только ствол торчит. Но он до этого не додумался. Ко мне зашел без шума, убил меня. Охереть. Кухня? Да. Ну. Ух, ёб, граната! Блин, толпа идет ко мне. А как он реально поднялся к тебе на кухню, блин, без звука? Ты в наушниках не слышал шагов, а я в алпине. Капец. Прикольно тогда. АПшки, ёлки-палки. Я ж тебе говорил, он с АПшек мне просто 3 дал в грудь, я сразу отлетел. Ну тут все лутано, даже пристроить. Пойдем, они туда, скорее всего, реально ушли.
Вот трупы лежат. Кровь тут повсюду. А, слева, слева, слева. В сторону мусорки. Подожди, это ты, подожди. Один минус. Один с стороны КПП. Дробовик. Дробовик минус. Слева, слева. Слева, в кармане. Минус. Умер. СК, СК. Она не стреляла. За заправкой справа. Дал ему хип. Не. Внутри, наверное, где-нибудь. Нет, у меня... Чувака. Да? Да. Внутри никого. А, у тебя нормально все? Да, чё? Типа, стрельни в стенку куда-нибудь. Блять. Окей, хорошо. Я обошел. Возле огня опасно. С противоположной стороны от тебя. Да, он за бочкой, походу. Там решал еще где-то. ЧВК минус. Убил, убил этого решала. Вижу, вижу его гниду. Решала минус. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.